Ля, какие. Ля, блин. У нее что, штаны спущены или что? Что происходит? Она типа попала в аварию, у нее штаны ну, как бы это самое, да? И она поет об этом, что типа, бля, как неловко, я попала в аварию, у меня штаны спустились, и, о боже мой, видно жопу или что? А! Да, я теперь понимаю, почему девочки любят BTS. Потому что, ну, Blackpink это, ну, можно сказать, BTS для пацанов уже только. Вот, то есть, мне не, я их песни вообще, как бы, они мне не особо-то и нравятся, да? Ну вот смотреть клипы и смотреть на них, это прикольно, конечно. Они такие все симпатичные и красивые. Как говорится, нихуя не понятно, но очень интересно, реально. Причем в прямом смысле ничего не понятно, вообще нихуя. Можно даже без звука смотреть. В целом ничего не изменится, да, даже лучше. Вот, и как просто наслаждаешься картинкой. Все, то есть, я, ну, песня не нужна. Но так уж и быть, я верну. Про любовь? А. Я когда смотрю на подобное, я на самом деле, знаете, думаю о том, что вот... Это ж кому вот повезло, ну, какому-то парню, да? То есть, ну, у них же, наверное, есть там так называемый ёбарь, да? Это ж как ему повезло, бля. Это, конечно, пипец, это вообще... Мне, да, серьезно, да? Не, ну, во сне-то, может быть, и ты, конечно, да. Им нельзя. Чего, блядь? Им нельзя заводить отношения? А что им еще нельзя? Что за бред вообще? Ля какая. Корейская. Где вы это вообще, блядь, вычитали? Вы уверены, что это правда? Им нельзя заводить отношения. Что за бред вообще? Как? Почему? Что? Нет, конечно, может быть, в этом есть какая-то логика, например, да, вот когда... Я, как стример, если у меня вдруг будут какие-то отношения начнутся, да, то, ну, давай, наверное, это повлияет на мою карьеру стримерскую, да, у меня будет меньше времени, меньше сил на подобное, да, как бы я буду там стримить не каждый день, и тогда уменьшится и, там, я не знаю, и просмотры, и заработок, и так далее, и так подобное. Но в их случае как это помешает-то? Ну, это ж не прямые эфиры, а они просто, типа, и все. У бустера не влияет же. Это бустер. Ой, это бустер. А это я. Это другое. Это бред. У одной девушки из этой группы был парень. Тоже из известной корейской группы. А, они встречаются, типа только общество начинает на них пиздеть конкретно, типа, а как же фанаты? А чё фанаты, подожди. А что они... Чего, блядь? А как же фанат? А что фанаты? Они должны встречаться с фанатами. Ревнуют? О, господи, боже мой. То есть, если в теории, я начну с кем-то встречаться, вы тоже будете ревновать, да? И говорить, а как же мы? И запрещать мне с кем-то встречаться, да? А, да?
Бля, как сложно. Нихуя себе. Блин, окей. Буду знать. Просто я не знаю, ну... Я бы никогда не стал запрещать какой-то стримерше с кем-то встречаться. У меня все просто. Если какая-то стримерша, которую я, например, активно смотрел, вдруг у нее появляется парень, я просто на нее хуй забиваю, все, я от нее отписываюсь. И мне она, типа, неинтересна. Все, то есть, я ни в коем случае не буду ей писать, что-то там диктовать. И это самое. Нет, я просто отписываюсь, и все. Мне этот человек не интересен больше. А что-то там, как бы, ну, права свои качать, зачем? То есть как, люди, они тебе не интересны? Стримерши? Да, ну, как бы, понимаешь, в чем проблема? Когда у нее появляется парень, ну, как-то да, они интересны. Ну, типа, в смысле, как люди? Ну, как-то, ну, да, к сожалению, наверное. Вот. Получается так. Да и плюс, как бы, с девочками, ну, например, дружить, да, у которых есть парень, тоже сложно. Ну, я бы сказал, можно сказать, невозможно, да, потому что у нее... Она, как... Девочка, у которой есть парень, уделяет все свое внимание и время парню своему. А ее парень, ну, вряд ли будет в восторге от того, что она со мной дружит, например, да. Да и мне это тоже неинтересно, как бы, потому что мужская солидарность, как бы, да, ну как бы зачем? Вот и все. Поэтому я. У меня нет подруг, вообще ни одной. То есть я с девками вообще не дружу. Вообще. Соответственно, как бы и все получается. Ну, это может быть моя такая тупая логика, к сожалению. Вот и все. Анели, секси, да, я. А я с ними не общаюсь в целом, вообще, в принципе. То есть мы можем пересечься там где-то на стриме, в какой-нибудь игре, но не более. То есть общения, общения какого-то вообще нет. Вот и все. А Даша? А чё Даша? У Даши нет парня. Поэтому мы с ней общаемся и все. Просто неинтересно всё. Красивый клип, что я могу сказать, реально. Ну, именно, клип красивый, реально. Песню я прослушал, сори. Я не знаю, что там было. Вообще, типа, из головы вылетело, я даже не помню, что там пели. А так, конечно, ну, красивый клип. Все, что я могу сказать. Переслушивать не буду. Вот. А, такие дела. Что, прикольно. Мне понравилось. Не, реально, мне понравилось. Все. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусную, очень-очень сочную. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.